Представители молодого поколения славянцев отличились не только в спорте. Юные казачата, участники команды из Славянского района, стали лучшими на всекубанском интеллектуальном смотре кадетских школ-интернатов и классов. Более 350 ребят со всего края приняли участие в смотре, который уже в шестой раз организовало Министерство образования и науки региона. В рамках конкурса 7- и 8-классники продемонстрировали свою спортивную подготовку и знания истории и традиции кубанского казачества. По итогам всех испытаний победителем смотра стала команда нашего района, представители которой – учащиеся школы номер 16, имеющие статус казачьего общеобразовательного учреждения.